3 июля прошла встреча добровольцев Десногорска с депутатом Государственной Думы Артемом Туровым. Приезд народного избранника – визит вежливости и благодарности волонтерам Десногорска, которые в последние непростые месяцы не остались в стороне от своих новых задач. Мы сегодня, приезжая в муниципалитет, обязательно встречаемся с волонтерскими штабами, чтобы сказать искренние слова благодарности всем нашим коллегам, тем людям, которые действительно это время занимались такой важной социальной работой. Волонтерская деятельность в период пандемии, волонтеры Конституции – теперь эти акции в послужном списке добровольцев Атомграда. Кроме того, каждая такая акция – это и возможность заявить о себе. В этот раз это удалось Владимиру Муравьеву, Гульнаре Бектимировой, Александре Киселевой и Лидии Лихович. Они были награждены благодарственными письмами. Очень здорово, что у нас в наших муниципалитетах это движение есть, то, что люди действительно чувствуют в этом потребности. Главное, что это действительно нужно нам, чтобы помогать друг другу, чтобы в непростых ситуациях быть вместе. Кроме этого, обсуждалась возможность нематериального поощрения волонтерского движения Десногорска, выезды на экскурсии в музеи и в достопримечательности соседних областей. Артем Туров поддержал такую инициативу, но предложил продолжить этот разговор после улучшения эпидемиологической ситуации.